да, говорить надо. Йо, привет, меня зовут Павел Абастов. Именно в этом видео я тебе покажу и расскажу, как сделать нереально крутую коробку с подарками. Но это будет не просто коробка с подарками, а коробка с различными крутыми, вкусными, невкусными, красочными, некрасочными. Короче, это будет коробка с нереально крутыми подарками. В этом видео я буду показывать тебе, как сделать мелкие подарочки различные, вкусные и невкусные, которые ты сможешь запихнуть в очень крутую красочную новогоднюю коробку. Смотрите, у меня в руках обычная самая коробка от обуви. Именно она послужит каркасом для всех наших подарочков. Именно туда мы будем их всех и складывать. Что ж, как я и говорил, нам понадобится коробка от обуви. Далее, кроме коробки от обуви, нам понадобится вот такая вот прикольная вещица. Я не знаю, что это. Это то ли скатерть, то ли какая-то подарочная упаковка, но не важно. Главное, что она зеленая, в клеточку и очень красивая. Именно она нам поможет упаковать все наши крутые подарки. Также, помимо коробки и подарочные упаковочные скатерти, да, скатерть, я тебе рекомендую использовать вот такие вот прикольные новогодние пакетики. Они продаются в любом супермаркете. Например, вот эти я покупал по 50 рублей. Это не так дорого для пакетиков. Они очень красочные, красивые. Мне они очень нравятся. И я уверен, что твоим близким и родным они тоже понравятся, если ты такие им купишь и упакуешь в них что-нибудь крутое. Кроме всех этих мелочей, тебе понадобится какой-нибудь крупный подарок, который ты будешь дарить именно этому человеку на Новый год. Допустим, я взял вот такую вот обычную камеру Nikon, подарю кому-нибудь ее. Вот. А ты можешь взять какой-нибудь другой подарок, который ты будешь дарить своим близким и родным. Помимо всего прочего, тебе понадобятся горы, кучи разных конфет, различных вкусняшек, которые будем складывать в эти новогодние пакетики, и все будет круто. Я подобрал различные сникерсы, конфетки KitKat, еще различные какие-то желейные конфетки, еще шоколадные и еще кучу-кучу разных других. Ты видишь, разнообразие конфет очень большое у меня. Ну и я забыл, тебе понадобится самое главное. Это упаковочка для твоего главного подарка. В моем же случае это упаковочка для камеры. Так, где же ее взять? Точно, сейчас, 5 секунд. Вот обычный пакетик с Новым годом. Именно сюда я и буду ложить свой главный подарок. Для начала мы возьмем нашу самую обычную коробку. Ну и... Воу, что ты падаешь, а? Для начала мы возьмем самую обычную коробочку от обуви. И нам ее нужно завернуть в скатерть. Либо скатерть завернуть ее. Ну, в общем, мы заворачиваем коробку в скатерть. Скатерть звучит как скатерть от стола на самом деле. Ладно, мы берем и заворачиваем коробку в нашу скатерть. Ну, в смысле, новогоднюю подарочную упаковку. Это все-таки новогодние подарки. Постепенно, тихонечко мы заворачиваем коробочку. И у нас получается очень крутой новогодний каркас, так сказать, в который мы будем складывать все наши новогодние вкусности, вкусняшки, подарки и так далее. На самом деле сейчас модно дарить различные новогодние подарки, которые ты сделал своими руками, либо где-то купил, вот в таких вот прикольненьких новогодних коробочках. Это модно, стильно, красиво, ну и твоим близким и родным понравится такой подход, ведь никто им еще не дарил такие прикольные коробки с подарками. Ладно, берем наш основной подарок. В моем случае это камера Nikon. Ее я кладу в пакет. Просто заворачиваю в пакетик, на котором написана надпись «С Новым годом». И все, ничего тут особенного. Просто берем и заворачиваем главный подарок в наш пакетик. После того, как мы завернули наш подарок, мы можем его отправить в нашу замечательную новогоднюю корзинку с подарками. Видите, как он красиво смотрится в ней. И я уверен, что твоим близким и родным понравится такой подарочек. Что ж, а мы идем дальше. Для следующего подарка тебе понадобится куча. Просто нереально куча, гора различных конфет. В моем случае это конфеты KitKat, Snickers, различные конфеты шоколадные, желейные и еще куча-куча всяких других. Высыпаем все эти конфеты, смешиваем, перемешиваем, у нас получается набор из различных конфет. Теперь самое главное их поровну упаковать вот в эти новогодние самые пакетики. Вы видите, пакетики очень крутые, красочные. На одном пакетике изображены новогодние гирлянды, на другом какой-то пряничный, либо не пряничный новогодний домик. На третьем пакетике тоже новогодние прикольные гирлянды. И на четвертом пакетике у нас замечательные красивые снегири, которые сидят на ветках рябины, и это все смотрится очень круто. Я записываю новогоднее видео специально для тебя, а соседи сверлят им пофигу.
печально, но реально. Когда у тебя получилось перемешать все эти новогодние конфеточки, ты их сможешь уложить в свои новогодние пакетики красиво. Главное, поровну уложить, никого не обделив лишней конфеточкой. И у тебя получится мини-новогодние подарочки. Не просто подарочки, а вкусные подарочки. Ведь сладкое повышает настроение всем. А тем более в Новый год такому новогоднему подарку будут просто все рады и очень счастливы, что именно ты подарил им такой замечательный подарок. Итак, когда ты упаковал эти новогодние конфеточки в эти замечательные пакеты, ты сможешь их положить в новогоднюю корзину со всеми другими подарками. После этого тебе надо их как-нибудь красиво украсить. Допустим, добавить какую-нибудь мишуру, либо еще что-нибудь прикольного, яркого и так далее. И у тебя получится очень крутая красочная коробка со всякими новогодними подарками, которую ты сделал своими руками специально для своих близких. Я вот тебя уверяю, реально, такому новогоднему подарку будут рады все. Вот реально, каждый человек, которому дарит такую подарку, остается в диком счастье и восторге. Также ты сможешь подарить своим близким, родным, знакомым какие-нибудь новогодние вкусняшки, которые ты сделал своими руками. В этом видео, блин, я как будто факт показываю. В этом видео ты можешь увидеть, как же их сделать своими руками. Ну реально, я показывал и дословно все пошагово объяснял, как сделать эти вкусные новогодние вкусняшки. Их ты тоже можешь подарить своим близким, знакомым и так далее. А если ты не знаешь, какую елку подарить, искусственную, либо настоящую, вообще какую выбрать на Новый год, тоже можешь глянуть вот это видео, которое сейчас появится. Там я подробно рассказал, какая из елок лучше. Все еще там же я рассказывал, как поднять новогоднее настроение, и опять-таки все еще там же я рассказывал, какие подарки ты можешь подарить своим близким и родным на Новый год. Вот такая вот у тебя получится новогодняя коробка с подарками, как и у меня, если ты будешь следовать всем моим советам и рекомендациям из этого видео. Она реально очень крутая, очень большая коробка с подарками. Мне это очень нравится, и я уверен, что твоим близким и родным понравится, если ты подаришь им вот такой вот нереально крутой и крутецкий подарок просто. Я надеюсь, мои крутые новогодние советы помогут тебе сделать эту нереально крутую новогоднюю коробку с подарками своими руками, и именно твои близкие будут вне себя, как будто вне себя от ярости, будут вне себя от счастья, что именно ты подарил им такой замечательный, великолепный подарок. Ведь в этой коробке помимо самого главного и крутого подарочка, есть и еще мини-подарочки с новогодними вкусняшками, конфетами и так далее. Я реально искренне надеюсь, что это видео оказалось для тебя полезным, и ты поставишь мне лайк, ведь я старался. Если под этим видео наберется более 150 лайков, я запишу еще видео, в котором расскажу о прикольных новогодних вкусняшках, которые ты сможешь сделать также своими руками. Ну и не забудь прокомментировать это видео. Достаточно просто внизу написать какой-нибудь крутой комментарий. Допустим, какой твой новогодний любимый напиток. Либо что ты будешь дарить своим близким и родным на Новый год. Мне и другим людям это будет по-любому интересно. И ты напишешь, поделишься, и я тебе отвечу, ведь я отвечаю на все комментарии. Поэтому смело пиши внизу в комментарии свой какой-нибудь комментарий. Да, комментарий, и я на него отвечу, и другие люди его посмотрят, пролайкают, если он крутой, и все будет замечательно. Также не забудь подписаться на мой канал, если ты это еще не сделал, либо не сделала. На моем канале я выпускаю очень крутые, полезные советы, которые реально упрощают жизнь. Также я выпускаю различные лайфхаки, DIY, просто говорю на различные темы, даю какие-нибудь прикольные советики, рассказываю о раскрутке в соцсетях, допустим, как раскрутить Инстаграм и так далее. Все это тебя ждет на моем канале, поэтому смело подписывайся, если ты это еще не сделал. Ну а на этом все. Я надеюсь, что тебе это видео оказалось полезным. Ты поставишь мне лайк, напишешь крутой комментарий и, конечно же, подпишешься на мой канал. Ведь именно твоя активность под видео повышает у меня мотивацию делать еще больше вот таких вот прикольненьких видосов специально для тебя. Ну и не забудь поделиться этим видео со своими друзьями, ведь они в поисках того, как же сделать подарок своими руками. И именно это видео им поможет осуществить их давнюю мечту. И так далее. Ладно, пора уже заканчивать. Видео немножко затянулось. Меня зовут Павел Лобастов. Еще раз спасибо тебе за просмотр. Увидимся завтра в следующем видео. И я желаю тебе удачи, всего самого наилучшего. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом. У тебя все будет хорошо, и у меня все будет хорошо, и у нас все будет отлично. Все, давай, удачи, еще увидимся. И пока-пока. Та-дам, па-пара-па-па-пам. Что ж, идем дальше. Так, у меня есть конфеты Никон. И Никон конфеты. Та-дам! Па-пара-па-па-пам.